Не воспитайте мальчика козлом. Супер. Зацикленным на сексе и продажах. Пусть даже вы женщина с веслом, но все-таки вы женщина, мамаша. Ведь всякого злодея-мудака, идущего в припрыжку с сеновала, старушка-мать качала на руках и в розовую жопку целовала. И говорила: деточка, ты знай, все женщины хитрые, меркантильны, они колдуют, чтоб пришла весна, и заставляют, чтоб за них платили. Тебе я настираю труселей, борща насыплю в банку от горошка. Ты самый лучший мальчик на земле. Твой папочка Гондон. А ты хороший. А ты хороший. Концепцию обиженной мамаши растет самовлюбленным мудаком, зацикленным на сексе и продажах.